тема отъединенности, отчуждения людей друг от друга. Это как раз то, что, как я вам уже сказал, может приводить к опасности, к кризисному состоянию, вплоть до суицида. Вот эта тема одиночества, вот, кстати, вот эта книга посвящена именно этой теме. «Одинокий друг одиноких». Вот эта книжка. Тут и проза, и поэзия есть, но в основном это проработка именно этой темы. А что же это такое? Это состояние, которое каждый в жизни переживал из детства. И если оно заполняет человека слишком сильно, это одиночество, это опасно. Замкнутое пространство, ну, человек один. Это замкнутое пространство души. Вот это что такое. Вот. А как сказал великий германский поэт Рильке, любовь – это два одиночества, понимающие, поддерживающие и оберегающие друг друга. Одиночество – это то, что неустранимо, в принципе, вот эта точка одиночества в человеке. Мы в одиночку рождаемся, в одиночку уходим из жизни. Но вот задача человеческих отношений – именно в том, чтобы это одиночество, ему противопоставить общение душевное. Вот об этом мы будем говорить. Есть любовь между мужчиной и женщиной. Они друг друга понимают. Сейчас стало распространенным жить гражданским браком. Да. Насколько это влияет на состояние семьи? То есть насколько необходимо оставить печать в паспорте? Или это, в принципе, не играет никакой роли? Вы знаете, это, по-видимому, такой уже уходящий архаизм. Это печать в паспорте, это больше такая юридическая, социальная фиксация состояния. Может быть, для чего-то удобное, для чего-то и неудобное. Суть совершенно не в этом. Можно иметь по 1000 печатей в этом самом паспорте и быть бесконечно чужими друг другу многие годы. Можно и так. Вот это печальный случай. И ни для кого не секрет, что есть семьи, которые создаются на основе брачного контракта. То да. есть о какой любви идет речь в таком случае? Ни о какой. Ни о какой. Вот мне лично очень неприятна эта самая форма брачного контракта. Брачный контракт – это чисто такая юридическая фишка, да, которая имеет в виду вот эти самые войны, уже послесемейные, чтобы внести в них какой-то социальный порядок. Вот. Но эта форма принята на Западе, например, в России она как-то не привелась. Россия вообще более неформальная страна. Вот, так что... Но всегда, где заключен брачный контракт, можно действительно задать ваш вопрос, а где любовь? Контракт есть, а любовь где?